Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка из магазина Лента. Получилась она в этот раз достаточно маленькая, но, наверное, я на неделе еще раз съезжу, потому что взяла всего по чуть-чуть. Общая сумма получилась где-то 4 807, примерно так, но чек я покажу вам в конце видео. Вот такая вот небольшая закупка, даже, видите, стол не закрыл, как обычно. Начну я с мяса. Во-первых, вот здесь вот я купила для собаки говяжье легкое. Жалко, что была всего лишь одна упаковка, так бы взяла все, что есть. Потому что ей нравится, когда у нее в супе есть говяжье легкое. Так, дальше по скидкам было куриное филе. Взяла две упаковочки. Дальше сосиски венские тоже на скидках была. Кстати, вот эти вкусные черкизово сосиски. Дальше здесь кусочек сыра у меня вот такой российский. Достаточно большой кусок. Видите, почти на полкило вот такой вот. Колбаску вот эту лентовскую. Давно мы ее не покупали, решила взять. Вот. Так, тесто еще взяла себе вот такое дрожжевое. Ну, какие-нибудь булочки испеку. Нравятся моим две упаковочки. Здесь у меня две упаковки сока, яблочный, мультифрукт, а также молоко. И в этот раз взяла вот такое масло «Тысяча озер». Ну, как бы финское оно, да. Оно было на скидке, решила взять его попробовать. Может тоже понравится. Также вот такую штучку взяла для бутербродов с креветками. Кстати, вкусная вот эта марка. Не буду коверкать язык, но очень вкусная. Так, здесь немножко взяла молочки. Значит, здесь у меня творог из Вологды. Вот такой первый раз, кстати, вот такой увидела. Поэтому я взяла его. Ну, либо так поедим, либо сырнички, либо что-то из него можно сделать. И манельки детям купила, упаковку вот таких. Дальше здесь вот такой творожок с ванилином. Я его обожаю. Я не знаю, может, тут, конечно, многих химии и так далее, но я его очень сильно люблю. И вот такой тоже с изюмом. Что-то мне очень захотелось. Также здесь в пакете набрала различные сырки. Вот такие новенькие, такие раньше не видела. Еще вот такие, помимо сырков, это вот такие батончики увидела. Тоже, по-моему, были со скидкой, с апельсином взяла. И вот такие вот Nesquik злаковые батончики взяла. Это сыночку в школу. Вот. Ну и плюс сырочки мои самые любимые. Это вот эти вот картошка. Я вам их неоднократно уже показывала. В общем, у меня тут целый прям пакет этих сырков всяких и батончиков. Вот такой. Дальше у меня здесь салат из морской капусты тоже взяла. Так, дальше здесь хлеб-булка. Взяла вот такой лентовский тостовый. Очень тоже вкусный, хороший хлеб. Дальше каравай дарницкий. И вот такой лента с антрубями тоже нравится. Также там была скидка на различные крупы от марки «Националь». Я решила взять вот такую арабскую чечевицу и булгур. Булгур у меня любит муж, а вот такую арабскую чечевицу я ни разу не пробовала. Вообще я люблю чечевицу. Наверное, я ее просто как пюре сделаю. Ну, в общем, попробуем. Там вроде есть рецепт, ну или в интернете что-нибудь найду. А также взяла тоже по скидкам были вот такие макарошки. Номер один, это, я так понимаю, самые тоненькие, которые у них есть. Они очень нам что-то понравились. В последнее время все с удовольствием кушаем. Так, дальше у меня тут всяких вкусняшек я набрала. Тортик полярный. Обожаем. Это самый любимый вот такой вафельный торт у меня в семье. В особенности очень люблю его я. И халва. Девочки, если вы любите вот эту халву от марки Rotfront, которая вот в шоколаде, да, я очень вам советую попробовать вот эту лентовскую халву, потому что она в 100 раз вкуснее, реально. Она самая вкусная, то есть вкуснее даже, чем Rotfront. Здесь 600 грамм. Единственное, что если у вас дома жарко, то храните ее в холодильнике, потому что она, вот этот шоколад, у нее начинает таять. Поэтому мы обычно ставим в холодильник. Также свои любимые вот эти батончики Rotfront взяла. Но батончики у меня, кстати, полюбили тут дети и муж. В общем, все их тут у меня живут. И еще увидела вот такие вот новые лентовские конфетки. Не знаю, я вообще на самом деле не особо люблю конфеты с карамелью. Вот здесь карамель печенья. Ну, не знаю. Ну, дети съедят, муж съест. Так что да. Так, фрукты. Значит, бананы.
Взяла тоже, чтобы сыночек у меня берет обычно, ну, что-нибудь попить. И вот бананчик с собой. Так, виноград кишмиш по 100 рублей взяла. И взяла еще яблочки вот такие. Галловес. Очень люблю вот эти полосатые яблочки. Они такие сладенькие, вкусные, мягенькие. Не знаю, обожаю. Также здесь я взяла дыню. Скоро уже все это дело закончится, поэтому хочется еще продлить себе, скажем так, лето. Но было не по 60 одному, было написано, по-моему, по 39 рублей. В общем, в чеке сейчас посмотрим. Вроде бы скидка была. Но она такая, в принципе, полежит пару дней у меня в кладовке и будет вообще отлично. Также у меня здесь кондиционер вот такой Вернель взяла. Вот в такой баночке кондиционера была тоже скидка. И, соответственно, я, конечно же, взяла. Яйца куриные С0, как обычно. Здесь котам. Вот, тоже на них была скидка. Именно вот на такой вкус, я так понимаю. Так, упаковку салфеток вот такую маленькую взяла. И мне еще дали вот эти мини-ленты. Значит, спросила я, у меня спрашивали, от какой суммы дают вот эти мини-ленты. Я спросила на кассе, мне сказали, от 1000 рублей одна штука, но не более 6 штук за один чек. То есть на 6000 вам дадут 6 штук, на 7000 вам все равно дадут 6 штук. Единственное, что есть еще товары-партнеры, при котором тоже дают вот эти вот. Ну, в общем, как-то там сложно. В общем, от 1000 рублей одну штучку дают. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. И сейчас покажу вам чек. Так, вот показываю чек. Закупочка небольшая, но я думаю, что я еще съезжу на неделю уже. То есть получится не на неделю, я думаю, что получится на меньшее количество, так как еще нужно будет мясо докупить. И вот видите, булгур по 59 рублей и чечевица 79 рублей. Видите, какая большая скидка. Так что если вы хотели попробовать какую-то крупу, такую необычную, скажем так, вот в ленте сейчас скидка. Так, вот сумма составила 4807 и скидка 1502 рубля 53 копейки. И еще сейчас в магазине «Лента» появилось очень много новинок различной посуды, очень интересные. Там мне понравился интересный такой керамический электрический чайник, очень классный. Я знаю, что не все смотрят, кто смотрит закупку из магазина «Лента», не все смотрят мои влоги. Я сейчас ставлю кусочек, покажу этот чайник. Плюс там всякая посуда такого голубого цвета, то есть там какие-то тарелочки такие, сковородки интересные, тоже все со скидками, так что обратите внимание, очень, ну, такие новиночки, очень много что интересного появилось. Ну, конечно же, в ленте сейчас целый огромный такой стенд, заваленный тыквами, различными сортами, которые есть. Ну и различные крупы, как я уже сказала, марки «Националь». Там есть в том числе кино. Кто хотел попробовать, имейте в виду, он там со скидкой, но все равно вроде бы 200 с чем-то рублей, я честно уже не помню, стоит. То есть из марки «Националь» много что. Ну, я люблю эту марку, у них и рис хороший, и, ну, много что достаточно хорошее, вкусное. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Вообще напишите, понравился ли вам такой формат, когда я показываю какие-то кусочки из похода, скажем так, в магазин «Лента». То есть не только то, что купила, а еще, может быть, что-то там интересное, какие-то новиночки и так далее, чтобы я в конце видео вот так вот кусочками вставляла. Будет ли вам такое интересно? Мне кажется, ну это какое-то такое разнообразие. И я же не всегда покупаю то, что, скажем так, есть по скидкам или какие-то новинки –
магазине «Лента». Я их покупаю не всегда, но, может быть, вам было интересно такой небольшой обзорчик на это сделать. Обязательно напишите мне это в комментариях, интересно вам или нет. Так что буду ждать ваши комментарии. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!